В Татарском районе открыли новый детский сад. Построили его в рекордные сроки. От закладки фундамента до перерезания красной ленточки прошел всего год. Особое внимание здесь уделили безопасности детей и современным технологиям обучения. Есть и интерактивные доски, и компьютерный зал, и тренажеры. В этом образовательном учреждении будут специализированные группы, с которыми станут заниматься логопед и учитель английского. Но, пожалуй, самым долгожданным для малышей станет бассейн. Очередь в детский сад в Татарском районе сократилась на 220 человек.